После употребления белковой пищи, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, грибы, не пить жидкости, особенно сладкие. Из-за этого разбавляется желудочный сок, а это, в свою очередь, затрудняет пищу. Не ешьте вместе белки и углеводы. Белкам для переваривания нужна кислая среда, а углеводам – щелочная. Желудок не может так быстро переключаться, и при употреблении в пищу и того, и другого еда не переваривается до конца. Белковая пища может начать загнивать в желудке, а углеводы начнет брожение. После употребления значительного количества углеводной пищи нельзя есть в течение 2-3 часов. Необходимо дать пище усвоиться. Не ешьте фрукты после еды. Фрукты должны быть либо отдельным приемом пищи, лучше завтрак или перекус, либо их надо употреблять в начале приема пищи. Не ешьте сладости после основной еды, особенно белков. Понравилось видео? Ставь лайк, пишись на канал. Всем мир!